Хорошая команда «Металлург Запорожье». Я там знаю много ребят, играли вместе и не только по премьер-лиге, но хорошая, добротная команда, ставит высокие задачи, поэтому мне понравилось, хороший спарринг-партнер. Сейчас, как вы знаете, все команды проходят сборы, поэтому что-то получалось, что-то нет, но то, что результат в нашу пользу, я думаю, что больше получалось, чем нет. Первая победа за наш подготовительный период, и очень хорошо сыграли, и очень дисциплинированно, грамотно, правильно, и опять же команда была с неприятной тактической схемой, с ромбом в середине, поэтому и мы хорошо подготовились к этой команде и хорошо противодействовали. Я считаю, что мы заслуженно сегодня победили. Фрагментами много борьбы, именно кто выиграет подборы и кто выиграет центр поля. И мы хорошо с этим справились, хорошо атаковали флангами, потому что фланги были свободные. То есть при этой схеме получаются свободные фланги у соперника. Поэтому мы хорошо это использовали и хорошие голы забили. И были еще много моментов для взятия ворот. То есть мы хорошо переходили из фазы обороны в атаку, то есть подбирали мячи и хорошо использовали фланги и пространство, которое было у соперника.